В центре досуга «Радуга» прошло 7-е традиционное муниципальное соревнование по борьбе с самбо. В небольшом спортивном зале собралось около 30 участников от 8 до 14 лет. Ребятам было предоставлено 2 ковра для проведения поединков. Соревнование проходило по единым международным правилам борьбы. Судейская бригада у нас очень опытная. Лучшие судьи национальной и международной категории задействованы. Поэтому, я думаю, никаких проблем с определением победителей у нас не будет. На этот раз соревнование было посвящено дню снятия блокады. На мероприятие были приглашены ветераны и дети блокадного Ленинграда. Почетных гостей сердечно поздравили и вручили подарки. Ветераны в ответ рассказали о трудностях жизни во время войны и пожелали участникам побед. Турнир патриотический. Естественно, воспитывает и патриотизм в детях. И прекрасно, это связь поколений. Ветеранов и детей. В честь знаменательной даты организаторы пригласили ветеранов за праздничный стол, а юные участники продолжили борьбу. По окончании соревнования победителям были вручены медали и грамоты.